Я или снайпером, или саппортом. Я вообще с саппортом стою, буду стрелять. Слон бежит. Я сижу уже вторым пилотом. А ты это, фрикан? Так, короче, прям, нафиг ты нам это рассказываешь? Тебе пошла? Уже лочат. Блять. Здесь что, проблемы? О, еще какие? Меня тем кинул. Я не знаю. А там уже забрали флаг. Ну все, у них боевой. У нас ни одного флага до сих пор. У них сейчас флаги-то уже сейчас появятся. Я на... Центра. Акс говорит. А че, Акс сдох? Я поехал. Что, поехали на рефайнер или что? Что появляется? Не надо появляться, ребята. О, так ну а сколько можно ждать, блядь? Пол раунда уже, да. Блядь. Ну и что? Негатив, садись. Ай, блядь. Что вы делаете? Кнопка Е не работает, да? Мы фанимся, блядь, что мы делаем? Меня не сняли. Ну вот и все, а что ты думал, ребята? А он там уже на этом. Давай на СНБ. А, убили. А кто второй едет? Не Дин Джет убили. Хорошо. Да, у нас там все взорвано. Возьмите кто-то инженера, пора почините там. Вы, может быть, ты куда-то ехать будешь? Я еще не разберусь. Ты резайся и едь куда-нибудь. Я сижу на тебя, отдам сквад. Я на бомбере хочу еще раз попробовать. Сразу давай. Давай я пока мест на тебя дам, если что, я залечу туда на ойл. У нас точно бомбер не летает? А он подберет меня? Ну, блять, если ты Е зажмешь. Я ей зажму. Кто у нас решил? Жека, аккуратно там танчик кроет. Блять, ну поднимите его там. Можете поднять? На главку к нам. Аптеки нужны. Верт. Так что ж мочи, блять, вы ж поднимаете. Или аптеки хотя бы кидайте, спасибо. Угу. Нас сейчас самолеты будут тырить. Ребята, уже на главке. ЮА взорванный. Вы думали, я не буду так нагибать, блять, вы будете охреневшие. Тебе слили. Одно плюху. Вы все АТшниками рисуетесь. Кто-нибудь медиком рисуется. Да все нормалек, пацаны, все флаги почти наши. Один Ойлфилд держит. Что, может на главке раснуться подефить главку? Я уже почти задефил. Так там, блять, их немерено. Да, немерено. Разберите танк. Я его уже разобрали. Блять. Сука. И у меня сами один ракет. Минус. Тычка в танк. Луи, а ты где? Я сажусь в бомбер. Да хуй. У нас контроль. Ладно, короче, ебал его. Я сейчас с гастейшн поеду на Истфолд. Ты туда, я с гастейшн. Давайте, медика. Ну, хорошо, да, медик. Танчик наш подошел, зашибись. Погнали.
Вот они красавцы, блядь, только я приезжаешь, все, они уже щимят, блядь. Ну, только что давят, блядь, молодцы. Они проигрывают. У них тикет блит. Фрэнки, давай наверх, блядь. Воюешь. Вдруг получится взлететь. У тебя с высоты. О, архиз, блядь, залез. Танк возьмите, танк возьмите. Блядь, сзади развалили. Я зайду на танк. У них вверх там дроны. Все, забелили. Я на танк. Все, отлично. Кто-то возьмите танчик. Они днище не сольются, мы только вот. Да, полное днище. Шамиль, подберешь? Я сзади бегу тебе возле. Давайте вертолет снимать. Хотя там есть кому. Что, маркеры или какие-то там указания есть? Наша главная точка East Oil Field. Ее мы прежде всего дефим. Если будет какой-то дроп на нее, мы должны... Короче, вот эти две точки, да, держим, да? Да. Только что-то на гастейшн, блять, аж два или три склада, блять, уже. Машинка, он проезжает с три. Машинка! Да-да-да, вижу. Возвращайся, она именно туда едет. Я еду, сейчас не поймаю. А, поймал, походу, вверх. Едет, да. Ух ты, блин, ну ты что творит? Ну я не днище, я, блядь, попадаю в любом случае. Там уже в кого похуй. Ебать, одного убил, 4 раза умер, блядь. Последнего. Пофиг, это их личные проблемы. Что у нас есть там? Шамиль, ты где? Да давайте, может быть, к ним на горку поедем? Давай. А не гони, прострём флаг, потом вертолет. Сейчас я уберу, это у меня еще аксик слышит. Он вообще разговаривает, аксик? Нет. Понятно. Слева, слева тела, никотин, слева. Мочи, они ж высоко. Давай я тебя сейчас, короче, сверху высажу и... Или ладно, заедем, будем потрошить. А у нас тупо есть этот запросил. Инженер, нет? Не, нема. На инженера. Кто-то грозился инженером играть весь раунд. Но... Не суплай, блядь, нихуя. Сейчас мы сгорим. Горим. Блядь, орех хуйня. С кукушки никого не могу свести. О май гады был, ребята, тут у вас... Где-то, откуда тут машинка? Танчик у них появился. База, но его уже плюхуют. Да. Я, короче, на исте буду оставаться, если что. Поехали, блядь. Ой. Сделай АТшника мне. Ой, блядь, АТшника, сука, еще раз, можно? Сейчас, секунду. Сейчас я отлезу, блядь, забыл. Так тебе надо уходить. Знаю. Так ко мне иди, куда ты идешь? Блять, я где? А, блять! Не успел, я нажать. Сейчас заберу тут. Блять, а почему опять медик? Что за хуйня? Я не знаю. Блять, у меня выбран на тэшник. Что за хуйня? Ко мне иди, ко мне иди. Я иду, блять. Господи, наконец. Самолет звонил. Ну что, по машинам. Я сейчас что буду этим самолетом еще контролировать. Ага. Что-то чужая авиация достает. Поспотал ее. Yes. Вот. Нормально, они уже 50 секитов проигрывают. Верт на. Верт на над их главкой. Вот это попросишь викал у него, что ли? Опа-па, стейшн у нас снимает. Газ стейшн снимает, он поспотал, там склад сидит. Как птичку, плюс? Машинку кинули. У ребят очень, очень сильный. Давай едь сюда. Шоп. Зарешали вроде центр, нет? Не, еще нет, еще что есть тела. Ну, их же лидер где-то сидит. Ну, флаг не дали машинку, им поднять. Машинку, машинка, но... вон идет, перехватим, давай.
ни одна машинка. Немножко глюканула, по анархист, кто это с вертолета? Это у нас Фрэнки. Фрэнки запускают свечи внутрь. Американцы не знают, что им делать. Они тут прячутся внутри, и это все равно не спасает, потому что Фрэнки хеллфайрами достает даже в центре этого заводика. Минус. Корова минус. Сука, как ран, блять. Ого. Вон сзади они, там распаковка у них. Уже под флагом. Тут ПЦФщики. Да все, тут кого нет, успокойся. Да все, он щелкает пусто. Сука, блядь. Сука, они какие-то донные совсем. Я на центр поехал. Я же говорил, там в основном, ну, только пару человек таких нормальных, буквально. Надо пойти ойл снять по-быстрому, что мы тут. Вон машинка как раз. Я на уровне. Возьмите шилку Саут-Сити. Уже взяли. Не? Саут-Сити. Там есть шилка? Да. Сейчас я резнусь. Где я резался? Сейчас, сейчас. Можно? Да. Я думаю, можно. Можно. Даже где моя машина не взорвалась? Так, блокспот, у меня прямо передо мной по лесам склад идет на газ стейшн. Эмили тут своих меня ищет. Видят, меня ранили, меня убили. Бля, мститель охерел, что ли? Попал по самолету. Газ стейшн склад. С леса идут, короче, по моему трупу там топчется. Человек 6 его видел. 3. Блин, ну казахи тут пустят, они реально мне бесят. Газ стейшн, мне помощь. Мы на газ, я на газ стейшн тоже сейчас буду. Как назло, ни танка, ни хуя не мог. Айо. Уже за нах и казахи играют, блядь. Угу. Я же говорю, хавка не взяли, а казахов можно. Хотя, как по мне, хавк бы больше пригодился. Иди. Короче, им с МБ не дадут походу выйти. Светите тыл, чтобы дропа не было. Хотя танчик я минус. Когда заходил на их не паблик, паблик у них жесткий, блядь. Не, обычно. Надо еще головой думать. Паблик как паблик. Где, блядь, такое ощущение, что, блядь, настроено только на захват, блядь. Появляются, дико бегут все под флаги, блядь. Не! Вам надо убивать эту авиацию, они. Ну давай, подтягиваемся. Я кручу, вышел. Я на шилке еду вперед. Я танк возьму. Подтягиваемся. Я только что сдох у них под главкой. Танк стреляет. Машинка выехала. На Power Station танк есть. Возьмите танк на Power. А что, думаешь, далеко уедет? Машинку, Фрэнки. А она таки далеко может уехать. Не, все, распаковочка пошла. Все, у меня уже блок спота. Вон они на споте. Блин, меня сняли. Да, меня вынесли. М16, красиво. Я, наверное, главку помогу. Я главку помогу подефить. Сука, ебаная, блядь, товка. Помогите главку. Ой, если я мертвый буду, помогу. Ого, да, тут на главке есть серьезные ребята. Ну да, им же. О, да, калаш на этом сервере не регает, блять, из-под сука этим. Атечникам лучше стреляем, бля, чем этой хуйни. Что там, надо еще на главке помощь? Блядь, где он там? Мне где рез? Вон, вон, Жека, они слева сильно. Сильно слева, там целая куча их. Никакие на. А ты вправо поехал.
то там уже кружим, кружим по району. Давай. Блин, не будет мимо никого. Садись. Подвезешь меня? Давай. Прокачусь ветерком. Поехали, только нормально куда-то. Опс. Понятно. Не сдох тебя никак. Да выйдите с танка кто-то, я... Ну ладно, я суицид сделаю, не смысла тут делать. В данном случае это не суицид, а телепортация. Да. Шамиль, выкинь кого-то со своей башни. Ах ты. Ой, тебя слили, небец. Я на гастейшн. Там как раз это есть? Да, какой-то движняк немытый. Я на рефайна решил. Машинка уже едет. Видим, видим. Да, хоть как-то она подъедет. Она горы, горы, все сгорело. На этот поехала. На цистерс. Топих. Не, ее сняли, но тело живое. Он уже не жилец. Да там, да, там стоп, сидят его с говном. Хотя он еще в машинке вроде бы. Не-не-не. А, так тут то никотин. Все духа. Не, никотин. О, там танчик. А, нет, это наш. Свой. Ну не реально. Где наша авиация? Че они не бомбят этот клуб? Они только взлетели, авиация. Вон танчик за тем нашим. Короче, я иду на рейд. Прикольно. Это сейчас будет до нуля, я думаю. Ну, по-моему, до нуля. Я гранатобольщик. Рецитесь медиками. Я медик. Ну, на короче, брать снайперку и отстреливать потихоньку их. О, АТ-шка по нам летит. Сейчас я до той горы дойду, буду все пучком, буду убивать тогда. Блин, там танк валит. Больно так валит. Я по Шамилю гачу, нормально. Я тут их убиваю просто за гранаты. Все, жесткий рейд. Конечно. Он же по НБ походу, блять, артиллерию пускает. О, хороший тимкил. Смотри, бакшит чудит. А ну Шамиль, давай, чтобы они выходили от тебя. Ай, сука, меня сняли. Ты же убили. Ты кто-то вышел с меня, не? Сука, ну блять, командор Зорба меня так подставил. Что там у вас? А что валим их? 300 тикетов. 305-43. Это печаль. Блин, дрючек, дрючек, ты кричал, мы нубы. Сабурги в конкурсе, они вообще ни о чем. Что это за машинка едет? А, это наш. Я тут по какому-то рисовому полю еду. Ну именно вот эти вот инфантри задроты вообще. Просто как это. Это как пехота Газер ставил. Ух ты! Он выпрыгнул, разбился, блядь. Опа, проехал. Танк еще взял, танк на рефайнере. Тычка в танк. Машинка. Пиздец. Ох, вот это мне дали в лобу. Убили все? О, щит. Меня, да. Убили, блядь. Отделуй. Я сдох. Я на главке у них. А все 6, я даже появляться не буду. Правильно. О, ну я хоть позитивное КД себе набил. А Фрэнки нарейпил, смотри, 34-3. Фрэнки круче, чем кошмар.
Говорится, 3 девер заставил. Мало фан. Нупцы. 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 Да, печаль, печаль. Чё? Что он пишет? Not live. А, типа, сейчас не лайв. У них что, замены? Там тактика сейчас будет. А, вообще, как бы карту поменять надо? Переходить надо, что ли, переходить? Да. О май гад. Это первый раунд только был? Да. А какой у нас клад? 8-й? А, еще тени повыходили. Угу. 3-й, как всегда. Я зашел. Окей. 3 секунды? Что они там пишут? Give me...